ночью. Только тряпка, она ж раз. Я ей делаю подсечку, она падает, потом залетает и кусает уже. А это ведь сюда, на позоре. Зильда, ко мне. Хозяин. Это, она... Зильда. Дочка, наверное, занимается в основном. Да? Не, мы 4 дня уже вместе, мы просто друг другу надоели. Зильда. Я уже не знаю, как говорить. Ну, любит, конечно, больше себя. Та ж придет, та же ее чуть не выцеловывает. Ну, да, конечно. И тут она... Глазки надо протирать. Нет. Глазки надо протереть. Ушки не трогай, сухой тряпочкой чисто, бинтиком или чем не зря, глазки протягиваются. Я честно протер, но у меня плохое зрение, у меня 4%. Да, я в курсе, я знаю, да, ну, на ощупь, оно ж слышно так. Ну, я не хочу, чтобы... Оно же не видно так. И купает. Не, ну, купать, купать не надо, купать не надо. Ну, она становится бьюшка, я ей говорю, ты шо, она сляжет только мне, я радио там слушаю, а вот только специально сделал, там как сейчас график. Она ж придет, ляжет.